Привіт! Мене звати Саша Манохіна і ви дивитесь програму «Молодість». Тут ми знайомимо вас із яскравими представниками нового покоління, які своїм прикладом точно доводять, що вік не має ніякого значення. І сьогодні гостею нашого випуску стала Валерія Островська. Валерія Островська, 14 років, стрілок, вихованка Одеської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. У 12 років стала майстром спорту, встановивши віковий рекорд. Багаторазова чемпіонка України з кульової стрільби у різних категоріях. Амбіційна дівчина, яка налаштована підкорити Олімпіаду. Розкажи, як взагалі ти почала займатися кульовою стрільбою? В якому віці це сталося? Изначально, с самого детства, мне интересовала кулевая стрельба. И когда я узнала про то, что есть такой олимпийский спорт, мне стало интересно. И в 11 лет я пришла впервые сюда, в этот тир. Чи були якісь труднощі на початку твого спортивного шляху? Единственная трудность – это была школа, потому что изначально мои родители хотели, чтобы я не запускала учебу. Но я и сейчас ее стараюсь не запускать, в плане того, что они боялись, если я начну слишком углубляться в этот спорт, то мои оценки начнут падать. А так, в принципе, ну, оно ничем не мешает. Чи пам'ятаєш ти свою першу перемогу, першу золоту медаль? Да, я поехала на свои первые соревнования в Херсон. Это было спустя 2 или 3 месяца после того, как я пришла вообще в тир. И я помню, я там взяла первое и второе место и третий взрослый разряд. У 12 років ти стала майстром спорту, і це рекорд у кульовій стрільбі у нас в незалежній Україні, тому що в такому ранньому віці ніхто не отримував до тебе це звання. Розкажи, як це взагалі сталося та які емоції ти відчула? Изначально я стреляла и уже чувствовала, что я его попаду сейчас и буду очень рада. Когда я его попала, я вообще не знала о том, что до меня никто его не выполнял 12 лет. И когда я увидела новости про себя, была просто в шоке. Ну и по-своему была рада, что вот я поставила возрастной рекорд по стрельбе. А яка на сьогоднішній день твоя наймасштабніша перемога? На яких змаганнях? Я, наверное, назову микс, потому что именно там мы чаще всего с моим сокомандником Иваном Ткаленко боролись за призовые места с соперниками более высокой категории. Например, там мастер спорта международного, заслуженный мастер спорта. Мы уже ехали за границу и на Европу, и на мир. И мне было приятно, что я вместе с ним добивались таких успехов. Изначально, когда я прихожу на тренировку, я с ней разминаюсь, я с нее стреляю. Ну, когда я прихожу на тренировку, я прицел закручиваю, поскольку без него же не стреляет. Ну и потом становлюсь и начинаю разминаться. Расскажи, навіщо така серйозна екіпіровка? Всі думають, що вона серйозна. На самом деле вона просто создана для того, щоб у стрілка була більш хороша устойчивость, щоб не допомагати приїжджати спину, поскольку вона ж все одно потім боліть. І по-своєму вона допомагає організму як-то справлятися з такою нагрузкою. Чому саме гвинтівка, а не інша зброя? Изначально мені подобалася винтовка, тому що смотрела різні фільми, там обычно стреляли из винтовок, и мне это как-то, для себя решила, что именно винтовка – это то, с чего я хочу начать. Чи пробовала ты и іншу зброю, и вона не сподобалась тебе? Я пробовала стрелять пистолета пневматического, мне не понравилось то, что, не мое это оружие, то есть сильно руки. Ну, это, естественно, нужна подготовка для того, чтобы с него стрелять, но мне не понравилось. А расскажи, как часто ты тренуешься? Я тренируюсь 5 или 6 раз в неделю. И за все эти дни я параллельно еще и занимаюсь репетиторами, учебой, стараюсь это не запускать. А как зазвичай проходит твое тренирование стандартно? Я прихожу на тренировку, переодеваю свою экипировку, делаю упражнения на УФП, потом иду, беру винтовку и разминаюсь с ней полчаса, потом уже начинаю стрелять.
колись ти використовувала навички стрільби у своєму житті? Вигравала усі іграшки в тирі чи щось подібне? Було пару разів, що я пішла в тир, коли вибила майстра спорту, і я там показала хороші результати, після чого виграла там пару іграшок, ну і це було весело. А як ти можеш себе охарактеризувати трьома словами? Яка ти? Весела, жизнерадісна і просто стрілок. Який на сьогоднішній день твій особистий рекорд, найкращий результат? Наверное, это когда я была на летнем чемпионате Украины. Я выбила 628. А так, за границей, я когда второй раз поехала на международные соревнования в Венгрию, у меня был результат 622,8. Расскажи, наскільки це травматичний вид спорту? Давалися якісь травми? В принципе, травм никаких. Скорее, это из-за большой нагрузки. У тебя может болеть спина, ноги. Ну, это и так понятно, потому что мы приложим большие усилия для того, чтобы достичь таких больших результатов. Як ти вважаєш, наскільки кульова стрільба поширена саме серед дівчат? Я не знаю насчет того, кого в стрільбі більше, дівчат чи мальчиків, але я знаю те, що на Україні дівчатки виступають з більш сильними результатами. Як всі говорили, спорт цей не для дівчат, оказався достатньо такі для дівчат. На самом деле така тенденція, вроде мальчики люблять стрільбу, мальчики повинні ходити більше, але по собственному опыту можу сказати, що мальчиків у нас в тірі процентів, наверное, 30. А девочек все остальное количество. То есть девочек очень много. У нас сейчас на Украине ввели упражнение микс. Стреляют мальчики и девочка. Теперь у нас девочек много. Их человек там, 5-7 в команде, а мальчик один только. И теперь микс некому стрелять. Мальчики, это, знаете, как войнушки. Они пришли, постреляли, развернулись, вышли. А девочки начинают, о, а что можно то, а что можно это. Чим ти займаєшся у свій вільний час? Які в тебе ще є хобі? Рисую, слушаю музику. В принципі, як і багато дівчатки в подростковому віці, я стараюся себе далі якось розвивати в інших сферах. Наприклад, так же саме в рисуванні. Люблю порисувати, щось успокоїтися, коли у мене якісь стреси, нерви. А в принципі, учобою, от чим я займаюся. Чи є в тебе твій улюблений стрілець, людина, на результати якої ти орієнтуєшся? Честно, их много, потому что каждый стрелок по-своему особенный, своей тактикой, своей техникой стрельбы. Но, в принципе, я стараюсь не зациклиться на одном человеке, потому что считаю, что самый главный соперник для себя – это ты сам. Поэтому я надеюсь, что те люди, к которым я стремлюсь, скоро я окажусь возле них и буду так же само стоять и стрелять, и быть для них каким-то сильным соперником. Чи бували у тебе такі переломні моменти, коли хотілося закінчити зі спортом? Сколько раз у меня могло что-то не получаться, я ни разу не задумалась о том, что зачем мне оно надо. Я знала, что спорт – это место, где не всегда все будет гладко, и я готова и к падениям, и к взлетам, поэтому я никогда об этом не задумывалась. Расскажи, какие найближчим часом планируются змагання, до чего зараз будешь готовиться? Следующее соревнование у нас будет в январе, в конце января. Это будет соревнование по пневматике и по МК. Но стремлюсь я далеко не к этому, потому что моя цель – это через 4 года Олимпиада. И я знаю, что если я приложу усилия, то я там окажусь и даже выиграю. На следующий год на чемпионат Украины планируется в январе месяце. Не знаю, за карантином будет, не будет ли это все. Но там будет цель попасть в финал. Там дальше будем смотреть, бороться, не бороться за призовые места. На следующий год будет цель такая же самая, в принципе, сильно не падать, мы не ставим сильно высокие цели, ставим для нее, чтобы она могла делать шаг за шагом постепенно.
И наостанок, может, ты хочешь еще и сказать, или побажать нашим глядачам, тобі слово. Если вам что-то нравится, и вы не знаете, начать ли это или нет, то чего бы вам не попробовать? Вдруг это ваша, я не знаю, вторая стихия, вдруг у вас получится, и вы достигнете результатов, которых никто не ожидал. Дуже тобі дякую за нашу сьогоднішню розмову. Певно, що ти надихнула наших глядачів своєю історією. Дякуємо вам за перегляд та побачимось у наступному випуску програми «Молодість».